Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Итак, что? Подорвись. Не добежал. Давайте. Вы к ним бегите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а мы сюда пока сходим. Сейчас мы поднимем с него что-нибудь. Хотя вот еще. Давайте-ка диверсия. Ну, давай взрывом. Да, вот такой вот я молодец. А куда это вы все? Почему все решили, что я отсюда стреляю? Напрасно вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, идите пока туда. Мне вот сюда надо. Надо обыскать труп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Чё вы вход-то обложили? Зачем? Как вот с вами работать? Так, вы уходите. Блин, спалил. И что тебе там надо? Вот рыло свое высовываешь. Шел куда-то, вот и иди. Вот так вот не должен, да, увидеть? Ходит, ходит. Блин. Так он сюда и шел. Так мне проще тогда его здесь пристрелить. Ага, так а меня тот-то не увидит или увидит? Да как так-то? Ну ладно.
Ой, гранаты. А вот еще двое. Так. Ушел. Ушел. Кто-то недобитый, кто-то тоже. Блин, вот что, из вас свет-то никто не хотел включить, что ли? Граната есть? Ой, гранаты нет. Опаньки. И тишина. И не муму. Так, один на складе, что ли, так я понимаю? Или где-то там наверху. Да, выискивает-то вас еще тот геморрой. Ну зато смотрите, без снайпера какое облегчение тут. Вот так вот, ходишь как у себя в дома. Мне туда. Как туда попасть? Понятно. Так, залазим. Залазилась. А, блин, вот что мне надо, да? Еще один готов. Блин, я мог бы его пристрелить бы или что? Здесь у нас что есть? Надо. Как можно больше будет запаса взять? Что вот это такое? Помеченный объект. Ну все, можете снимать эту метку. Так, это мой жбан, который прострелил. Еще есть? Вот они. Газники. 4 патрона. О, больше ничего. Одна эсмина. И здесь что у нас? Пистолету, пулемету. Так. Ну давай, подойди к нему. Все. Че, я не понял. Ты видел, что ли, что случилось? Думаю, я собрал все, что мог. Ну, раз ты видел, то давай вслед за ним. Наконец-то. Наконец-то нашелся безумец, который хотел починить. Ну, молодец, че.
Очень похвально. Давно ждал. Так, смотрим, что у нас. Обследуйте склад. Хорошо. А, вот еще у нас. Уничтожить оружие сначала. Это, ой, где? Так, а я хоть правильно? Так. Сюда, сюда. Неплохо. Так, я понимаю, мне надо наверх. Хотя, подождите, давайте по низу посмотрим сначала, что у меня здесь есть внизу. О, что-то есть. Что-то мигает. Гранаты. Тихо, тихо. И поднимаемся наверх. Раз, два, три, четыре. Руки шире, ноги шире. Ага, поместить надо. Так, где-то шум. Где-то шум. Смотрим, смотрим, смотрим. Так-то всех видно, да? Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, заткнитесь. Бум. Да, не спаслись вы. Паникер. Все. Больше не свистит. Кончилось? Свистулька-то. Можете спать спокойно. Так. Идем, идем. Вот они, гаврики.
Бежи, бежи, бежи. Отлично. Хотя шум наверняка привлечет ненужное внимание. Пусть. Я-то уже уйду оттуда. Спустились. Вот и все. Так, идем дальше. Сто метров обследовать склады. Ну, хорошо. Сейчас обследую. Только что вы там найти хотите? Сказали бы мне, так я бы хоть искал лучше. Тихо-тихо. Танки. Спокойно. Танки, танки. А я вот что думаю по поводу танков. Мне его проще остановить, чем убивать, да? А потом уже, может быть, уже и убить. Так, где у меня? Давай-ка вот так. Манам на склады надо. Я надеюсь, он мордой кверху так и застрянет. Спокойно. Вот так новогодний подарок. Вау. Ого-го. Вот это подарок. Вот это хорошо. Ходим аккуратненько. Чё танк там? Застрял, все? Все, не вылазит? Ха-ха! Кажется, собрал тут все полезное. Ну, такие дурачки. Да. Я бы еще помнил, где они стоят. Одну-то помню.
пакостил просто. Так, один хочет спуститься. А зачем? Вот что ты здесь хотел увидеть? Что меня здесь нету? Так, давай посмотрим, чем я вам могу помочь. Так, ну танк я вижу остановился. Это мне очень пригодится. Что-то я не понял, что ты убежал-то? Передумал? Бежал, бежал, оп, передумал. Ну ладно, передумал так передумал. Оп. А, ты на вершине был. Вот так вот. Кто ты у нас тут? Все трое здесь в одном месте. Итак. Нет, 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 нет. Вот отсюда. Так, нет, это извлечем. Не то я хотел. Джекпот. И вот сюда. Давай. Алло? Что? Не понимаешь? Ну, потому что ты дурачок. Обследовал склады. Даже не знаю, стоит ли мне танк этот теперь обезвреживать или не стоит. Ну давайте хотя бы на него посмотрим. Вот он. Ну вот и пусть так стоит. А хотя подождите, у меня же... Ничего, ладно. Там же вроде как эти были базуки. Ну давайте, давайте, давайте спустимся. Что-то взял.
Оп. Р. Р. И сваливаем. Вот так. Так, один там наверху ходит. Вот и пусть ходит. Танк уничтожен. Теперь что нам надо сделать? А, уничтожьте танк. Еще один. Давайте хотя бы приблизимся для начала к нему. Так, а тут-то я освобождал же себе. Иллюминация, будь здоров. Вот, кстати. Нет. Все чисто. Сваливай чисто. Ну что ж, и на этом я тоже с вами хочу попрощаться в моменте. Увидимся в следующем видео. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Пока!